Ну, и мы вас сразу познакомим с нашей второй группой. В синем углу, то есть в голубом, у нас группа Crazy Girl. Crazy Girl! Встречаем! Здоровые ребята! Я думал, там будут настоящие девушки. Ребятки, да, давайте как-то вот в эту сторону чуть-чуть подвинемся. Менеджер, не включай звезду, ставь здесь. Опа-на. Внимание, пожалуйста, Crazy Girls. Первый вопрос, кто будет отвечать? Я. Как вы относитесь к тому, что мужики бреют волосы на теле? А вы бреете волосы на теле? Где именно? Ну, на ногах там. Не стесняемся, вы чё? Вот так 3 назад. Анна Бусинка, во сколько ты начал краситься? Бусинка, не стесняйся, говори. Года 3 назад. 3 года назад. А как к этому относятся ваши родители? Ну. Мама помогает тебе косметику выбирать. Так. А сколько куриных яиц вы можете засунуть себе в рот? За щеку! Вопрос стоял именно в рот, а не куда-нибудь в другое место. Два! Не знаю. Я ж растерялся. Два? Тебе лезет бояться. Антонина, не Толик. Антонина, будь добра, покажи. А ну. Давай я. Леша, давай яйца. Сейчас. Куина. Следующий вопрос. Кто в вашей группе активный, а кто пассивный участник? Вопрос в ребро. Знаете, вот я вчера был ведущим, я так хотел выстроить ряд людей, и чтобы они рассчитались на акт-пас. Вот знаете, вот у нас в группе на самом деле все номинируют. На активно, на пассивно рассчитайся. Как же вы договариваетесь, что тогда все номинируют? Четные и нечетные. Так, вы тоже считаете, что пирсинг в правом ухе для парня это признак нетрадиционной сексуальной ориентации? На самом деле. Он начинает, потому что у него пирсинг в правом ухе. У меня в обоих, и это туннели. Девочки, мальчики, пупсики, это туннели. И вот так вот сделать, вот так вот тыкать не стоит. Дэма, у тебя есть в ушах туннели? У тебя есть в ушах туннели? Да? Главное, не стой на панели. Так, ладненько. Итак, поаплодируем группе Show Girl. Так, гёрлзы наши, а теперь освобождайте... Гёрлэн, освобождайте место. Гёрлэн, освобождайте место. Нет, микрофон мы тебе не дадим. Вам еще дадут микрофон. Дайте мне микрофон. Итак, ребята. Микрофоном дадут. Приготовьте свои ножки, рожки, ручки и все, что у вас есть, потому что сейчас что будет? Качать. Не спешите прятаться под столы, это вовсе не землетрясение. Ерошка, нога ищи масс, ребята, вы где? И перед тем, как они... Так, мы забираем в позе египтянина.